Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. Вот наш конечный вариант. В принципе, нам больше ничего не нужно. Нам не нужны ни доспехи, ничего. Все, я буду с алебардой. Это моя любимая алебарда. Я снял с нее эффекты грозы. Вот сейчас у нее, видите, атака 620. И будем просто поверх накладывать огонь. Для кого-то огонь, но для босса этой локации нет смысла огонь. Мы просто используем смазочку. Так, сейчас я убил уже одного. Давайте я вам покажу еще раз. Собственно говоря, у меня в планах, да, убить босса этой локации. Да, тогда я уберу знак призыва. О, появились другие знаки. Это плохой знак, маленький знак. Ну все, идем, let's go, everybody. А, да. Так, вот он наш первый враг. Неприятные, неприятные враги. Не забывайте, что я еще и, видите, голый, мне больно. О! Опа, 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 два удара. Это мне нравится. Так, колечко есть. Тут у нас лежит первый сундук, но я уже его открыл, извиняюсь. Здесь у нас лежит три угля вражды. Потом мы идем повыше. Безусловно, опасные, опасные эти мужики. Очень опасные. Я бы мог сделать вертушку, но видите. О, вот это мне вообще не нравится больше всех. Вот реально, какой он геморройный. Давай, братюня, давай. Ты должен погибнуть в любом случае. О, смотрите, да? Офигеть, я уже почти сдох. Ну вот, терпеть не могу этого. Просто терпеть не могу. Да как же так-то, а? Что ж такое? Сдохни, мразь. Два удара. Какой же все-таки вредный, а? Чмошник. Ладно, сделаем тогда вот так. Поставим сюда хилочки. Я банки пока юзать не буду. И пойдем мы немного по другому пути. Мы пойдем в эту сторону. В эту сторону. Так, идем сюда, идем. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Здесь у нас еще один враг. Сейчас надо зачаровать оружие. Нам эти зачарования не нужны будут на боссе, я уже сказал, потому что босс там у нас. А, сейчас он стрельнет своей фигней. А, вот видите, да? Моя любимая магичка. Да, молодец. Вон, видите, стоит, да? У нее такой уматный скилл, смотрите, обожаю. Всегда угораю с него. Ну, блин, давай еще раз. Не получилось у нее первый раз. Давай, детка. Кстати, я думал, что она красивая какая-то женщина, а оказывается, нет, это какой-то мертвец. Скелет, труп. Зомби, короче говоря. Вот, давай. Ты сможешь. Пау! И самое матное, когда вот вы толпой деретесь, например, на вас нападает фантом. Или, например, вы кому-нибудь помогаете, да, когда вас вызывает там еще одного. И она кидает этот шарик. Мерцающий титанит. Нафиг не укакался. Он падает, да, и по области, видите, смотрите, опа, видали? И по области всех лучше сносит. Это так смешно, вообще корка. Пойдемте ее навестим. Сходим к ней в гости. Оп-оп-оп. Ой, даже с одного удара хватило. Здесь у нас на трупе был один мерцающий титанит. Там, в этом сундуке, был большой сундук. Ой. Большой топор, короче, этого рыцаря. Это мы отсюда прыгаем. Но нам нужно чуть в бок. Нам надо туда вот пойти, да, надо все плюшки собрать. Надо вспомнить, где все плюшки. Там еще где-то еще должна быть секретка. Окей. На этой локации еще есть яйцо, необходимое для ковенанта, там, драконов, да? Давай, братюня, один на один. Не люблю этого врага. Не самый страшный, конечно. Вот вы видите. О, да, почти. Очень неприятный враг. Очень неприятный. На, мразь. Нет, не на. Ну давай еще раз, давай.
Видите, в чем минус этой хилки? Да, она очень медленная. Давай, мразь. Опа. Видите, вроде у меня атака огромная, да, но все равно у них тоже урон нереальный. Вот все, все, сбил меня с ног, молодец. Ах, как же они меня бесят. У нас еще много впереди таких. Опа! О, да, косячок. Да ты уже сдох. Все, все, сдохни, сдохни. У них выпадает, видите, драконий талисман, также выпадает их сет и их оружие, которое у них в руках. Мы сейчас идем в эту сторону, чтобы спрыгнуть вниз. Опа. Так, смотрим все плюшки, идем сюда вот. Где-то здесь должен быть мимик, сундук. Нет. Ты? Ты. Ты больше не мимик, ты труп. Катана. Катана, окаменевший какой-то дракона. Катана. Это обычная катана. Есть черная катана. А есть просто катана. Так, идем дальше. У нас сейчас будет еще одна локация. Ой, опять, да, неприятный персонаж. Угу. Давай, друг мой. Подруга дней моих суровых. Давай, ПВП. Ой, больно. Видите, теряю. Равновесие теряется сразу. Драться будешь, нет? Вот видали, какой диапазон? Куда ни пойди, даже за спину попадает, засранец. Молодец. Ну, увидите, да? Полный бред. И чё? Нет, мы все равно убьем и убьем дракона тоже. Так какой же ты нулевой? Два удара тебе. Сколько геморроя от него? Драконий талисман. Самое лучшее, что можно было, выпало. Сумеречная трава. Так, здесь больше ничего нету у нас. Что там пишут? Лжец. Здесь вроде нет лжеца. Нормально все. Опа! Ну открывай! Так, я забыл время засечь. Сейчас, секунду. Гоу, гоу, гоу. Все, мимика больше нету точно. Вот оно, третье кольцо дракона. К нам кто-то вторгается. Опс. Ну давай, братюня, драться. Но это тоже сюжетный NPC, фантом. Он, скорее всего, охраняет это вот яйцо, которое нужно для ковенанта. А. Уа-уа-уа. Уа. Больно, да, мне кажется, больно. Все, братюня, ты сдох. Смирись с этим. Вот у нас яичко золотое. Окаменевшее яйцо. И мы относим его к торговцу, который в железной цитадели, да? Мы у него были много раз у этого торговца. Там, короче, можно будет вступить в этот вон коменант драконов. Щит дракона. А здесь у нас ничего нету, плюхи. Есть, плюха есть, вот она. И все, собственно говоря. Я вот думаю, дальше идти нам или что? В первый раз попробуем все сделать. Нам для этого починка есть, да? Кристальное волшебное... Эх, оружие. Не туда, не туда. Так, сейчас быстренько пройдем.
У нас еще впереди куча, куча врагов, понимаете? Куча. Но все равно я хочу попробовать убить именно босса. Кстати, босс такой. Ну, потом мы о нем поговорим. Я не смогу установить только флягу, да? То есть мне нужно экономить флягу, самое главное. Фляга нам пригодится. Открыл, все, go, go дальше. Go, 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 go. Сейчас будет много-много народу. Ну-ка, используем. Все равно скоро уже игра заканчивается у нас. Опа, отлично. Самое главное, чтобы никакой фантом не напал на меня, красные. Потому что мы заняты своим делом. Эти идут сразу двое. Сразу двое. Хорошо, одного минуса. Ну. Раз. Видите, плюс. Молодец. Ага, видите, да? Плюс алебарды в том, что она довольно длинная, конечно же. Так, еще двое. Гоу по одному по ВП. По одному давай, мразь. Опа. 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 Ой, нет, не считается. Не считается, братюня. Почему промах был? Давай, давай, гол, гол. Опа. 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 Опа, нормально, пойдет. У них тоже... Нет, у них сет не выпадает, у них, по-моему, выпадает только оружие. Сет этот не может выпадать. Этот сет вы можете получить в Ковенанте, то есть там будет такая возможность превращаться в дракона. Опять двое, ну какие же вы противные. Ну-ка, если делать вот так. То есть надо бить и убегать. А, помогало, помогите, по голове дали мне. Вот так ударили и убегаем. Ударили, убегаем. Фига, он с одним хп выжил, мразь. У нас там еще много места. И убегаем. О, сработал крит, видали? У меня. Во-хо-хо-хо. Так, все, убили с вертушки. Драконий талисман. Мне не нужны броня, ники, итемы мне не нужны. Я пойду голый на дракона. Давай, ты последний остался. Опа. 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 То есть здесь как бы, кажется, даже смазывать не было смысла оружия, да? Ну что ж, сейчас самое неприятное. Во-первых, сначала мы с ним поговорим. Он даст нам говно, чтобы мы могли это входить в воспоминания. По-моему, прах, да, какой-то? Вот. Все, дал нам ключ, чтобы мы могли входить в воспоминания, но... Но этот босс, он опциональный, то есть его можно убить. Это как короля, да, то есть мы должны сами начать его бить и убить. Я хочу это сделать, в принципе, это, конечно, не так уж и важно. Не знаю, получится, не получится. Ну давайте попробуем, что ли, что ж гадать. Во-первых, мы должны все починить. Во-вторых, у меня есть хилка, мы должны все смазать. Смажем до или после? Ладно, давайте сразу смажем. Многие, да, недооценивают вот это заклинание, сырая плоть. Оно здесь очень сильно решает. Все. О, смотрите, сколько хп я снял, видите? Запомните, весь секрет в том... Ай, блин! Офигеть! Все, 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 блин, ну не то нажал, извиняюсь. Офигеть, у меня продамажил. Самое главное суть в том, стойте всегда в ногте. Вот именно где я стою, запомните. В этом весь секрет убийства этого босса. Стойте между пальцев. Встали сюда и бьем. Когда он прыгает, кстати, надо убегать в сторону его хвоста. Я сделал не очень правильно, нет.
Тут моя ошибка. Нужно бежать именно ему под хвост. Давай. Раз, два, три. Не, дамаг очень хороший, я рад. Почти раздавил меня, мразь, ладно. Самое главное, нужно, чтобы у меня была выносливость. Видите, он будет дышать, да? Но вас он здесь никогда не попадет. Никогда. Раз, два. Еще один разок. Все, что ли? С первого раза? Это просто пыль. Душа гиганта, окаменевшая кость дракона. У нас уже 6 душ гиганта, кстати. Нулевый, просто нулевый босс. Все очень просто, это опыт. Запомните, вы можете легко его убить. Самое главное, стойте промеж пальцев, где я стоял. Это получается задняя нога. Он не будет вас попадать огнем, когда будет это, дышать под себя. Само собой, когда он поднимает ноги, чтобы вас раздавить, вам нужно уклоняться. И когда он взлетает, да, чтобы дышать огнем, бегите ему под хвост. Но когда он будет садиться, не стойте под хвостом, потому что хвостом он может вас раздавить. Еще был баг, да? Я сейчас второй раз, получается, иду на него. Первый раз я просто помогал другим. И убил, заметьте. То есть я не играл уже давно. Первый раз пошел помогать, убил. И второй раз сейчас мы с вами пошли, убил. И когда я первый раз пошел, да, помогать, мелок белый нарисовал. Тоже стал возле пальцев, я помню эту схему. Короче, бью, бью. И он начал взлетать, да, потому что его агрили лишь другие. И у меня такой баг был, что меня отбросило, короче, вот на эту фигню. То есть я прям долго падал, прыгал-то, прыгал, и прям вот это сюда вот, вот это вот место. Я не мог отсюда, короче, долго слезть, но все-таки получилось потом, в итоге. То есть, есть такой баг, может быть, да, если вы будете стоять между пальцев, что вас может очень высоко кинуть. Но у меня хп не от него, так что все нормально. Ну, собственно говоря, все. Убили босса с первого раза, это очень хорошо. Он нам дал воспоминания, так что мы можем идти дальше. Можем идти дальше. Мы сейчас пойдем... Воспоминания. У нас есть быстрое ТП. Нам уже пешком ходить не надо. Он меня, заметьте, попал только один раз за миссию. Один раз. Когда он прыгнул, да, он почти все ХП у меня отнял. Офигеть, вы видели, да? То есть у меня 1900 ХП. О, мы еще кольцо нашли. Третье кольцо дракона. 1650, ну немножечко увеличилось. Все, здесь нам больше делать нечего. Мы сейчас идем в старую локацию. Это вот сюда, вот. Так что тоже смотрите, чтобы вот он вас не раздавил с одного раза, имейте хотя бы 1900 хп минимум. Мы здесь уже были, да, но мы не могли входить в воспоминания, потому что у нас не было этого ключа, который нам дал дракон, и мы его убили с первого раза. Ну, входим. Всего? Кстати, да, видите, что вы не можете долго находиться в воспоминаниях, то есть вас через некоторое время выкинет. Блин, ну уберись. Всего таких дерева 4, да, с самого начала многие не знали, что с ними делать, вот что с ними делать, воспоминания входить. Это самое сложное из них, потому что здесь есть еще и босс. Надо вот постараться, конечно, убить. Кстати, еще бы я сделал вот так, вот я бы еще сделал баф на огонь, огонь, потому что попадает постоянно по вам. Вот вы видите, да? Капец. Подходим вот сюда вот. Сейчас покатится фигня это. Надо осторожно-осторожно сюда зайти и выпить хилку. Блин, только выпил хилку, все. Да господи Иисусе, дайте мне хотя бы подойти к нему. Офигеть, забейте. Так, ну вот он, собственно говоря, босс. Опа. Опа. Опа, вы видите, какие куски? Опа. Так, выносливость, выносливость. Самое страшное, когда он бьет мечом. Это такой геморрой. Почти, почти попал. Опа.
Опа. Опа. Все, братюня, ты стух. Все, убили. Фух. Душа повелителя гигантов, а род гиганта. Что такое род? Это ключ? Так, открывает проход в тронный зал. Подождите. А это что такое? Так, все. Это фигня, это ключ, с помощью которого мы вошли сюда. Все правильно. Вот это я не пойму. Род гигант. Открывает проход в тронный зал под замком. Я думаю, что тронный зал нам открывает кольцо. Потому что там дверь короля. Неважно, короче, я знаю, что это такое, неважно. Ну все, собственно говоря, здесь мы берем плюшку. Огненное семя. Видите, у нас полно душ, там все собрано. Вон еще плюшка. Ой, не люблю это место вообще. А, так я сырую плоть не сделал, что ли? Подождите, я, по-моему, ее не сделал. Да, видите, не делал ее, блин. Там тоже еще есть плюшка, по-моему. Не? Мы побудем во всех четырех воспоминаниях. Вот, кстати, к нему надо подойти. Не, все, боже, здесь ничего нету, да. Все, уходим. Go. Все, самое сложное воспоминание мы прошли. Это первое, да. Здесь, потому что, видите, есть такой великан. Чтобы выйти отсюда, нам нужно будет подойти к этому мужику. Гигант впереди. Душа гиганта, еще одна душа. Насколько уже можно душ? Поэтому в идеале в этом выпуске, да, мы с вами пройдем все воспоминания. Все воспоминания. Так, потом мы идем. Мы идем вот сюда, вот. Все воспоминания, а уже в следующем выпуске мы закончим игру, господа. Как ни странно, мы убьем финальных боссов. Боссов. Не одного босса, а их много. Так, второе дерево где-то здесь было. Здесь у нас NG++, пол. NG+, просто, не плюс-плюс. Все, ты сдохла, мразь. Опа. И спокойненько бежим. О-о-о! Тю-тю-тю-тю-тю! Это у нас NG+. Я даже и не видел их. Я первый раз их вижу, честно. Я здесь даже не ходил. Давай, братюня, подеремся. На. Пошел отсюда, мразь. Блин, тяжело убить их. Давай, заходи сюда. Ах ты неугомонная. Ничего даже не выпадает. Никаких плюшек, ничего. Хорошо, одного убили, еще один. Плохо прыгнул я. Опа. Надо в первую очередь пользоваться длиной оружия. Так. Успел. Опа. Нормально. Эту алебарду несложно достать, она выпадает из, помните, слонов большие, вот эти вот гигантские, как же называется-то, мастодонты, да? Вот слоны, таких много мы встречали, и в замке Дранглинка, и до замка даже встречали, мы в двери Фароса. Оп. Ну что ж, всякие плюшки появляются. Потому что я сжигал уголь вражды. Поехали. Память Вамара. Братюня. What are you doing? You are not one of us.
Whoever you are, this is no battle to whether you are guided by bravery. I am Drummond. Whoever you are, I forgive you. Just mention my name. And even if you don't, by now. Soon, the giant... It is revenge for the kingdom's mis... The venerable lord built this kingdom. What has transformed him so? Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land. It was then that the giants are no ordinary. My father and his father, the giant, they cannot find it within themselves to forgive. Did you see him? That is most... He will... My blade may break, my arrows fall wide. But my... Those who live by the sword will die by it. And... Take these. Don't ask me. Be gone with you. Be gone. Be gone with you. Be gone. Все, помните, когда мы убили преследователя, да? На первой локации, где забытая крепость... О, не забытая крепость, но первый замок, короче. Лес павших гигантов, да? Там был преследователь. Мы его убили, и потом подняли сет. Практически полный дранглинка. Но там не было только шлема. Шлем именно вот здесь мы и берем. Ну, нам он нафиг не укакался. Видите, мы очень много времени потратили на него. То есть скоро воспоминания, в принципе, могут закончиться. Ах ты мразь, а. Я думал, ты норм, а ты не норм. Опа, раз, два. Раз, два. О-о-о! Так, подождите. Вау, вау, вау! Я все мимо напугал его, нормально. Раз, два. Раз, два. Ох ты, хорошо пробил это его. Давайте лучше мы будем использовать баф. В любом случае. Здесь у нас плюшка. Огненная семья. Так, зажигаем. Там еще у нас врагов много. Блин, вот мы много времени потратили. Реально, она скоро выкинет из воспоминаний. Фига, дубинка хорошая. Блин, стоп, я застрял. Хорошая дубинка, кстати. Ее редко увидишь. Молодец, хорошо пробил мне. По щам дал. Ну иди сюда, мразь. Камон, да господи Иисусе, куда они пошли? О-о-о, отрава, да. Нет. Чё-то у нас не получается. Во. Все, одного минуса нули, уходим. Не убивайте, пожалуйста, меня не убивайте, пожалуйста. Я хочу эту дубинку, кстати. Хотя, у нас уже есть супероружие. Раз, два, три. Хорошо, пойдем на обмен. Все, let's go, быстрее. Здесь у нас ничего нету, по-моему, да? Ага, ничего нету, все у нас здесь есть. Чуть не пропустил душу солдата. Так, он здесь первый бронированный шкаф в игре. Не, хотя еще был в покоях лорда. Блин, нам бы успеть. Вау. Уходи, братюня. Вот, все, не успели. Вот. Все за этого конченого дебила. Да все, мне пофиг, все равно уже все. Опа. Больно как. Фига у вас много, мрази. Все трата времени. Не успели, я говорю, все из-за этого... Черта тупого. Не надо было с ним общаться, нужно было просто диалоги перемотать. И заметьте, мне никто оружие не восстановил. Никто. Так, мы опять заново начинаем. Давайте уж по вырубам пройдем. Обязательно нужно пройти.
нельзя долго жить, поэтому вы сделали 40-часовые диалоги, правильно? Ясно. Вон он, наш друг. И фляга не восстановлена, ёлки-палки. Нормально. Минусанул. Так. Сейчас будем опять с этими мучиться, да? Не попал. Как так? Три удара. Четыре удара. Так, ладно, пойдем тогда сразу на пролом. Не хочу я тянуть время. Да пофиг на тебя. Ну что ж, одна фляжка осталась. Будем пробовать с одной фляжкой. Нам заклинания ничем не помогут, да? Мы, конечно же, можем просто пробежать и все, и закончить эту миссию. Да, здесь, конечно, победили эти мудаки. Уходи, братюня. А, они еще и наверху, как же их здесь много-то? Так. А вот наверху это проблема. Я их не смогу сейчас убить. Не, наверху я не убью, поэтому лучше просто пробежать тогда. Так, там мы были. А, нет, мы здесь не были. Вот он, наш гигант, кстати, это он, да? Нет, это не он. А, вот же проход, да? Здесь у нас плюшка есть. Красная вода. Кстати, здесь в воспоминаниях, видите, объекты переделаны. То есть, например, если сейчас я в реальном времени зайду, да, там будет все по-другому. Или вот здесь. Попробуем сзади, хотя это плохая идея. Да. Сзади это бесполезно бить это существо. Вау! Давай, братюня, агресс. Вау-вау-вау-вау! Че, попал? Попал, нормально, все, минусанули. Отлично, прошли мы эту миссию. Там может валяться какие-то плюшки, но они нам не нужны, потому что это уже все, в принципе, конец игры. Смысл от них? Ну, подберем мы какую-нибудь там душу, там, героя, душа рыцаря. У меня столько душ. 284 тысячи, еще плюс вон сколько неактивированные, да, души. Еще такой гигантов, вон 8 душ. Хорошо. О, да, это вот уже нехорошо. Возвращаемся обратно. Убили мы еще одного. У нас есть еще время. Так, это был второй костер. Так, первый, второй. Третий, он тоже здесь недалеко. Его лучше здесь вот проходить. Ящерки, ящерки. Поставим хилочку. Третий и четвертый. Да, четвертый я помню, где. По. Третий костер это был как раз после босса преследователь. Испепелитель. Опа. Опа. Блин, а прыжка-то у меня нету. О, сразу двоих видали? Хорошо, все, бежим, бежим, бежим. Нет, ты мне не интересен, чувак, извини. Кстати, в одном из воспоминаний, да, там будет уголь вражды и сосуд души. Таким образом можно обузить воспоминания. Я вам потом еще покажу, в каком месте это надо делать.
Здесь все стандартно, он просто подходит к дереву и все. Ага. По сценарию, да, здесь мог сидеть мужик, который, помните, с синим мечом. Но мы не стали проходить его линию, потому что ничего интересного нету. Он бы отдал сет, но там все равно сет бесполезный, тем более меч у него подделка, поэтому смысла нет вообще никакого. Сейчас будет здесь его драка у нас. Это не еще слабый, я просто привык, да, играет. Нифига слабые. Вот я зря сделал, да. Хотя я успел. Да господи Иисусе, ну ударь же его, ударь. Да. Не, больновато бьют, заметьте. На, мразь. По-моему, кстати, здесь секретки, по-моему, нету. А может и есть в той стенке, скорее всего, может даже есть. Но это не важно, потому что у нас очень много ключей лишних. Ага. Нормально, откроем. Ненормально. Ненормально. Так, возьмем. Ну вот, увядшая душа. Ну кому она нужна? Вы о чем говорите вообще? Душа героя, три штуки, трех героев. А, здесь ничего нету, да. Здесь просто плюх летает. Ну, такая постамная, видите. Но это не важно совсем. Так, нам нужно идти дальше, 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 дальше. Надо успеть все сделать. А сейчас опять будут драки. Вон она, драка идет. Это мы еще наверху, блин, нам еще надо вниз идти. То есть, заметьте, здесь будут и люди, да, и эти зомби. Ой, не зомби, гиганты. Мы можем убивать и тех, без разницы. Видите, они нападают на нас. Зря вы нападаете на меня, зря. Я же свой. Такие постройки, нам нужно идти вниз, вон туда вот. Бизнес ничего нету. У нас смягчение падения, нам бояться нечего. Вот плюха. Душа отважна. Зачем выкладывают здесь души? Не понимаю вообще логики. Вот он, мы к нему уже пришли. Все, мы прошли в любом случае. Давайте попробуем еще убить этого монстра. И останется последний костер. Опа! Опа! Ах ты, мразь, а! На! Все, все, убили. Видите, в нас лучники тоже будут стрелять. Где-то здесь была плюшка, сейчас покажу где. Вот, здесь вот будет плюшка. Там, по-моему, будет сосуд души. Да, вот сосуд души. Можно так обузить, сжигая уголь вражды. Но я нашел другое место обузы сосуд души. Гораздо быстрее. Там вообще, там максимум 1 минута делов. Я вам покажу как. Это мне не нужно. Все, еще один. Третий пройден. Фух! Остался еще один. Он у нас находится. Да, хорошо. Видите, вот удобно проходить, когда у вас есть такое перышко. Он находится у нас в этом месте. Тоже недалеко идти. Отправиться сюда и вот сюда вот. Они тоже не обязательны. А, хотя первый, смотрите, у него был ключ к тронному залу. Вообще, сколько я помню, да? Где я вообще? А. Сколько я помню, если вы не убьете. Блин, как же давно уже не было-то. Если вы не убьете того гиганта из первого воспоминания, то и пойдете когда на босса, да, у вас не будет сразу два босса. То есть, хранители, да, и финальный босс, у вас не будет их. Господи Иисусе, что это? Ну и что делать теперь? Забейте, короче, просто забейте. Просто забейте. Да. Ну молодцы, премиум выпишу. Окружили меня, молодцы. Срать вообще просто.
Короче, так, давай, быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Короче, лучше все равно убить сначала гиганта, а уже потом идти и убивать финальных боссов. Но получается, в финале будет сразу два сторожа, два босса и еще одна конечная. Я не собираюсь убивать этих мудаков, срать мне вообще на них. Какого фига я буду тратить свое время? Но, активируй, Вася. Не, этого мы убьем, он слишком наглый, с одного удара. Стоп, и почему три, по-моему, еще один должен быть. Нет, активировать точно должно быть, была фигня это. О, видали, я что-то подобрал. Ага, семи гиганта вроде взял. Вот она. Для чего она нужна, когда к вам... Я, по-моему, уже говорил в начале. Тогда к вам вторгаются фантомы. С помощью этой семьи можно сделать так, чтобы все враги реагировали на него и били его тоже. Не, скорее всего, наш это дерево, да, у него нет воспоминаний, по-моему, нету. Давайте я сейчас я гляну быстренько. Так, сейчас, секунду. Последнее кольцо. Сейчас я гляну. Да, все правильно, правильно, все правильно. У нас всего три дерева активных, куда можно идти посмотреть воспоминания, и одно простое дерево. Мы идем в последнее место, где еще тоже есть воспоминания. Это вот сюда вот мы идем. Так, где нам легче будет? По-моему, здесь легче пройти. Ой, как там тяжело будет добираться. Короче, нам сейчас нужно идти где... Стоп, наверное, сейчас не смогу этого сделать, потому что я два раза уже убивал паука, но не убивал его третий раз. Короче, вот где паук, да? Мы убивали паука. Там у него тоже есть воспоминания. Помните, я говорил, там кристалл будет. В любом случае, туда тоже надо будет сходить. Тогда давайте тогда сделаем так, да? По сценарию мы должны были убить паука, взять воспоминания, прийти и зайти в кристалл. Но, видите, из-за того, что я использую уголь вражды, да, чтобы несколько раз его убивать, мне нужно будет его убить еще раз. Но я не вижу это смысла делать вместе с вами, правильно? Вот сейчас я пойду убью этого паука, а уже потом врублю запись, когда буду в том месте. Там будет кристалл, и мы с вами войдем в него. Сделаем так. Последнее воспоминание. В следующей серии мы пойдем убивать финальных боссов. И, скорее всего, это будет уже финал. Но, возможно, я потом еще сделаю выпуск, где мы там чуть-чуть покажу знаки, как веселое. А это воспоминание абсолютно примитивно. Они не стоили того, чтобы зайти вообще. Просто один дракон. И больше ничего. Это тот самый дракон, которого мы убили. Дракона, который был уже убит, помните, там был убит, а дракон и все. Смотри, мне дракона. Как забавно! Как забавно! Ну вот и все воспоминания. Все. Мы прошли все 4 воспоминания, мы прошли все открытые эпизоды главные. Все мы побочные, да, миссии прошли. Кстати, помните, вот мы когда были цитадель Алавии, да, как называется?
Дэй Ауди, там еще помните, на нас напал фантом. Я вспомню, это не она напала, не та девушка, это ее брат. Помните, она рассказывала, она рассказывала, что она всегда пришла, чтобы избавиться от порчи от своего брата. Вот фантом ее брата на нас напал один раз, все. Он нападает один раз за все время, больше никогда в истории не будет. Телефон больно будет, посмотрите, что это НГ плюс. Как вам, нормально? У меня 2000 кп. Да, это паучок. Это же слабый паучок. Там не паучок. Поэтому мы не совсем закончили квест от Ликуэй. Ну, вы помните, я тут забыл, но вы помните, какой это вы. Это девушка, да? Которая маска. Нам же нужно еще с ее встретить, и нужно было ее призвание, вот помню, во время борьбы, да, с этим, с расчленяющим, который черный рассеян. Ну, и ну, ты что-то раз, потому что примитивно, она свой сет, хотя можно было с самого начала или убить, или забрать весь этот сет, вот и все, убить можно было сет. Можно опять, по-моему, идти, опять увидеть воспоминания, потому что... Ну, так что в следующем выпуске, скорее всего, будет какой-то график. Уберем всех боссов, соло, само собой, соло, давайте в следующем выпуске. Пока!